За минувшую неделю в Югре произошло 66 пожаров. Спасатели ликвидировали все очаги возгорания и спасли имущество югорчан на сумму более 140 миллионов рублей. Как сообщила пресс-служба окружного управления МЧС, горели дома, дачи, бани, гаражи, а также 5 автомобилей. В результате 2 человека погибли, еще 2 удалось спасти. Причины возникновения пожаров банальны. Неисправная проводка, нарушение правил эксплуатации бытовых приборов и другого электрооборудования. Отмечу, что спасатели просят жителей и гостей округа соблюдать правила пожарной безопасности, использовать только исправные электроприборы, а ремонт проводки доверять только профессионалам.